концертный зал, в котором мы отработали уже много-много концертов. Ну вот, сегодня такой праздничный день, сегодня 8 лет нашему форуму. Я уже отправил всем поздравления, так что еще раз поздравляю, желаю счастья, радости и всего самого-самого хорошего-хорошего. Так что сегодня еще 21 ноября. Ой, 21 ноября, как пролетело время, как время пролетело. Только было 1 ноября, сегодня уже 21, но зато и 21 ноября. Сегодня 8 лет форума, сегодня мы в Туле. Ой, сегодня пряники тульские, пряники, пряники. Сегодня все, прощай, диета. Пряники, завтра в Ярославль я приеду тульским пряником. Вот, видите, сегодня микрофоны, что-то микрофон этот стал новенький, но что-то вот с ним, как-то мы с ними подружимся. Вот старенький, еще сегодня попробуем новый шур КСМ-9, попробуем. Вот, а в понедельник будет еще новый микрофон, так что у меня теперь микрофономания. Микрофономания. Но самый лучший вот этот старенький шнуровой шур. Ну, просто со шнурком работать, как привяз, как приклеенный. Хотя где это? В Ярызане поработал я. Поработал в шуре. И, кстати, очень хорошо все звучит, замечательно. Без отстройки, без репетиции. Взял и все, и пошло. Ну, правильно? Вот хорошо. Вот так и надо. Ну, ладно, что у нас сегодня? Что у нас сегодня? Концерт. Тула, 2015 год. Что еще? Вроде бы я чуть-чуть выспался, но организм еще никак не придет, не поймет, где ночь, где вечер, где утро. Так, я шарахаюсь, барахтаюсь в часах. Но я думаю, что все будет хорошо. Скоро Новый год. Новый год. Елку мы наряжать. У меня ремонт закончится. Вот, закончится ремонт, и приглашу вас в гости к себе. Вот. Придете? Накроем стол. Нажарим пирогов. Шашлык-машлык. Нальем шиповничка. Вот. Самбуки. Моей любимой самбуки. Ой, люблю самбуку. Вот, 100 лет не пил, но... Но выпью на Новый год. Вот так, самбуку. Кто не пробовал, попробуйте. Очень даже ничего. Очень даже ничего. Самбука. Выпил самбуку и стал букой. Ну что там, Иваныч, все курит? Все курит. Пока он... Все, не-не-не. На место. Не работает. Да. Ой, заработал. Ой, заработал наш Зенхайзер. Thank you.
бедах, нет, у бедах, как говорят, зачем там это ужасно. Да. Но там тоже подумать надо. Сейчас время останется подумать. Давай. Что это было? Да, Миш, только придумай, да, чтобы какой танец. Хорошего настроения. Теплее. Там теплее выходить сюда. Мафия.
Yeah!
лучшие. Это вы самые лучшие. И очень хочу, чтобы ваши глаза и ваше сердце никогда не плакали от грустных минут. А если уж и были слезы, то пусть это будут на ресничках блестят слезы радости и счастья. Делаем вот так. Нет, не делай, нет. Но наши первые рядовые.
Yeah.
спасибо за этот потрясающий ноябрьский, пока еще осенний, тульский вечер. Спасибо вам за то, что вы согрели нас своей душой, своим сердцем, своим теплом. И мы счастливы, что сегодня видим практически всю Тулу сегодня перед своими собственными глазами. Здрасте! Спасибо! Спасибо вам! Спасибо вам за пряники! Спасибо вам за цветы, за поцелуи, за аплодисменты, за пение, за вашу необыкновенную красоту. Какие же вы все удивительно красивые! Спасибо за ваш позитив, энергию! И действительно, вот что такое счастье, это нужно услышать Тулу. Тогда ты поймешь, что такое счастье. Спасибо! Это наш актерский низкий вам поклон. Спасибо!
холодно, 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 холодно. Да, это марафон. Марафон. И у меня такое ощущение, что я был в бассейне. Что вместо сцены у меня был бассейн, потому что меня можно сразу в сушку. Стирать можно уже не надо, меня сразу можно в турбосушку. Ой, кровь бурлит, сердце стучит. Значит, все наши сегодня души развернулись. И слава Богу, и пусть они не сворачиваются еще лет 300. Поэтому живите, живите, танцуйте, пойте, шумите. Спасибо вам за этот удивительнейший вечер. Низкий вам поклон. Спасибо, Тула. Что тут скажешь? Полюбил, и это навсегда. Ваш Виктор Королёв. Тула!